Я только хотел сказать, что водные процедуры принимают. Здрасте, так много. Так, сейчас у ребят эти вещи возьмем. Ну все. Давай. Двигай, держи за нами. Друзья мои, короче, я ошибся и все, короче, перепутал. Ножки должны быть там, все должно быть, короче, все наоборот. И все переделано. Что мне нравится, это усиленные вот эти вот приставил во время урагана, это очень важно. Щучий заезд. Галка щуп надергала. На котлетку. Призы? 4 штуки. Отлично. Серег, расскажи, короче, что на фидер? Клюет как из пистолета, то ли бустера, то ли подрезчик, я в нем не разбираюсь. Короче, пошли покажу. Пойдем посмотрим. Не, чисто белый. Тут столовая у него такая, как... В полевых условиях попытаюсь вам показать, как работают датчики движения от сигнализации циклов. Кемпинговая мебель. Разные вообще продаются. И просто стеллажи, и под вещи, и под посуду. Вообще настоящие рыбаки как-то вот так каши палатки ставят. Не то, что нет куста где-то, блин. Ну, как что у тебя тут вкусно? Это рулеты? Красотень. Я это вообще пипец. Охренеть. По 250 рублей килограмм за судака. Но я считаю, что это на самом деле не так и дорого. Опять серебро, да. Подошел судачишка все-таки, а? Ты смотри, сошел прям, оборвался. Вода 29 градусов, 29. Ну, поверхность, конечно, но все равно. Это жопа.